Ребят, проходите, мы на кухне вас ждем. Опять, походу, носки начал нюхать. Может, ему свои дать понюхать? Мне сейчас ботинник цеховое оборудование поставил, ботинник. Фисташки делаем из алюминия, ботинник. А носки почем? Ботинник, носки, знаешь для чего? Чтобы фисташки упаковывать в них. Новая фишка, ботинник. Ноу-хау называется. Ботинник, я слышал, ты машину не купил. Что за машина? БМВ. Чтобы семерку себе ласточку купил, гиждалах. Да уж, ну и мясо, могли бы их нормально пожарить хотя бы, одна кровь. С таким недовольным лицом на меня смотрит, как будто мне они нужны были. Еще мраморную говядину для них сделала. Я не понял, что, ты что моей жене глазки строишь? Максим, ты больной? Он врет, Джан.